Отсутствие электроэнергии – это отсутствие воды, отсутствие холодильников элементарных, отсутствие канализации. И город Киев через неделю после отсутствия электричества заплывет в дерьме, извиняюсь за выражение, с явной угрозой эпидемии. Второй момент, довольно-таки серьезный. Не надо бить по железнодорожным узлам там, или по рельсам и даже по мостам. Надо вывести из строя пункты управления. Сегодня век цифры. Есть вычислительный центр Северами, который управляет в том числе железными дорогами, системой энергоснабжения Украины, банковской системой, монетные дворы деньги печатают. И те удары, которые сегодня происходят, я считаю, они крайне эффективны. Причем стратегическая операция по нанесению поражений критически важным объектам идет классически. Удары, оценка обстановки, анализ результатов поражения, доразведка, удары. Четко выводя последовательно те объекты, которые необходимы для того, чтобы страна стала в коллапс. Что нам от того, что жилые дома в Киеве без света и воды? Зачем нам это? А жить-то как? Давление на гражданское население. А жить-то как? Нормально? Жень, вот ты живешь, у тебя ни воды. Мы же с военными боремся, а не с гражданскими. Минутку, сейчас, я до конца договорю. Вот. У тебя ни воды, ни канализации. То есть мы прогнозируем сразу потоки беженцев в сторону западных границ. Правильно? Потому что жить-то невозможно. Ни тепла, ни воды, ни канализации, ни света. Не есть приготовить. Хранить еду негде. Возить ее не на чем. И практически денежная система не работает, потому что налички тоже всем не раздашь. Ну и так далее и тому подобное. Следующий момент. Промышленность вся стоит. А ведь сегодня, к сожалению, многие заводы в Киеве, в западной части Украины, работают по восстановлению техники, оружия, то, которое повреждено, и даже создание новое. Это должно полностью быть исключено. Дальше. Как жить в стране, в которой ничего не работает? Деньги за что платить? Работы нет. Как это сделать? Если сегодня они просят немереное количество миллиардов долларов в месяц, сколько им тогда будет необходимо? Это тоже коллапс страны. И это все довольно-таки эффективно. Вот поэтому я предполагаю, что это должно быть продолжено. Это даст очень хороший эффект. Секунду, буквально про мирных надо ритуально сказать. Мы, разумеется, не злорадствуем. Нам совершенно всех жалко, мы всех любим, но нас до этого довели, и других вариантов не Нет. остается. Они нас хотят уничтожить, мы тоже вынуждены. Увы, вынуждены, и будем на все это реагировать. Я поддерживаю абсолютно генерала, так сказать, в том, что, конечно, надо сейчас вот, опираясь на эти решения, очень важно не только продолжать уничтожать военную инфраструктуру Украины, надо наращивать эти удары. Я абсолютно уверен в том, что это будет делаться в самое ближайшее время.